Ну а Барселона Рональда Кумана в чемпионате на Ньома, который много чего успел натворить, разве что речь начинается вроде бы с гола, который заигран за норвежцев. И еще один момент. Здесь Ференцварош попадает в перекладину. Ну а повела в счете все-таки Барса. Вновь классный слаб. Играет не в этот мяч, а в ноги. На Месси защитник. Пенальти отправился. Ну, пробил очень четко. Угадал. Мяча более быстрым не получилось. Создает Барс новыми красками. Раскрыться будет назад, но Месси находит другой вариант. Ансу Фати пяткой. Точно на Филиппе Коутиньо. В фланге. Тоже молодой футболист, о котором говорят. Антуан Гризман, который так и не сыграл. Придумать назначает пенальти соперника. Лишить гол. Именно по поводу двойной, в большей степени, а не по поводу фола. Неплохие еще подходы у Ференцвароша, но в концовке Барселона привести в порядок и свою игру. Ну и атакует Ференцварош, и момент действительно опасный. Было здесь время для удара. Умел, получил в итоге мяч штрафной, ну и вот эти обманные движения. Дембеле уже никто не мешает отправить. Ювентус лидирует в группе.